Пока же из Франции на Украину отправились наемники. Их меньше, чем поляков, американцев и грузин. Французы по числу где-то на 7-м месте, но все равно решили отметиться. Кого-то поубивали, кто-то сбежал, кого-то смерть еще ждет. Министерство обороны России знает персонально о каждом и скрупулезно ведет учет. По заслугам воздастся всем. О наемниках бандеровского нацистского режима. Елена Ерофеева. Русская армия бьет ракетами по одесской мечте. В санатории «Мрия» у Черного моря квартировали иностранные наемники. В Харькове на этой неделе герани разнесли гостиницу «Аэропорт». С первых дней спецоперации здесь была казарма французских боевиков. В середине января уже прилетала по расположению солдат неудачи. Париж тогда всячески открещивался. Эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами. Но французский след был настолько явным, что все-таки признали погибших своими гражданами. Конечно, с поправками. Франция – страна демократичная, и каждый вправе делать, что захочет, даже убивать. Французское правительство не запрещает воевать в рядах украинского легиона. Это подтверждают их военные журналисты. К Ксавье Тельман, который поддерживает контакты с этими бойцами на Украине, сообщил нам, что примерно от 60 до 70 французов стали частью украинских формирований. Еще 200-300 человек с двойным гражданством служили в украинском иностранном легионе. Министерство обороны России предоставило более точные данные по каждой стране, что отправляет боевиков на Украину. На европейском континенте самым крупным поставщиком живой силы оказалась Польша. Почти 3000 наемников с начала СВО, каждый второй уничтожен. С большим отрывом, претендуя на серебро, идет Великобритания. Минус 360 солдат из 820. Мы здесь в дерьме. Чертова линия фронта рушится слева, справа и в центре. 36 стран Европы поставили на конвейер смерти больше 8 тысяч человек. 40% этого сборища ликвидировано. Остальные, разочаровавшись, ищут пути отступления или уже сбежали домой. Я эффективно воевал, когда у меня было лучшее оружие. Но сейчас самый трудный момент, когда начинаешь приближаться к краху. Крах фронта вызван логистикой и другими факторами, которые вы, как солдат, не можете контролировать. Континентальная Америка переправила через океан всего 3000 штыков, из которых 1300 погибли. В Штатах рекрутинговые охранные фирмы проводят неофициальную мобилизацию. Ставка от 1000 долларов в сутки, локация – Украина. У кандидата должен быть 5-летний военный опыт, хороший уровень владения советским и натовским стрелковым оружием. Отрезвление приходит быстро. Я думаю, что этот год будет худшим за всю войну. Есть определенные подразделения, у которых заканчиваются танки. Мелодичный испанский заполняет палаты киевского госпиталя, где лечат раненых солдат. Это колумбийцы. Солдаты, что десятилетиями боролись с наркокартелями и повстанческими группировками, пополняют ряды украинской армии, истощенной третьим годом войны. Из 430 боевиков в этом конфликте погиб каждый второй. Здесь, в Колумбии, профессиональный солдат, который закончил институт, не получает больше 600 долларов. В то же самое время солдат на Украине получает от 3 до 4 тысяч долларов. Это действительно мотивирует экономически. Отправляясь на Украину, бывший офицер канадской армии Брэд Стретфорд воображал, как будет сражаться с врагом. Убивать русских ему казалось забавным. Срок службы этого боевика оказался недолгим. Через полгода он был ликвидирован. На самом деле я не считаю себя героем. Я просто хочу сделать все, что смогу. Профессиональных солдат удачи для боев на Украине вербуют в основном через частные военные компании. Но есть сотни иностранных боевиков, вчерашних гражданских, любителей острых ощущений. В украинских посольствах по всему миру развернуты вербовочные пункты. Австралиец Калеб Лист мечтал служить во французском легионе, но ему было отказано. Я хотел проверить себя. Мне нужен был экстрим, поэтому я приехал сюда и, в общем, получил, что хотел. Здесь я занимаюсь тем, в чем я действительно хорош. Страны Азии переправили на Украину меньше 2000 наемников, и лидером остается Грузия. Похоронив половину своих солдат на украинской земле, они продолжают воевать под флагом грузинского легиона.
Боевики этого подразделения причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военных. В самом легионе беспрецедентные потери в виде убитых, раненых и пленных. Это не только война Украины, и наша тоже. Я чувствую себя здесь как дома. Мой дядя был убит в Цхинвале в 2008 году. Я вступил в легион, чтобы отомстить. В Литве с воинскими почестями, с зажженными фаерами похоронили наемника Тадоса Тумаса. Служил минометчиком под Артемовском. Президент Науседа произнес траурную речь. Ни в какой другой стране боевиков, воевавших на стороне Украины, так эффектно не провожали в последний путь. Всего в списке ликвидированных иностранцев почти 6 тысяч фамилий. Тем временем на Западе продолжают показывать красивые ролики, зазывающие наемников на Украину, подставляя их под удары русских ракет. Елена Ерофеева, Алексей Мащиков, «Вести недели».